Друзья, привет! Я в магазине, покупаю себе еду. Сейчас покажу вам свою корзину. Вот, смотрите, что у меня тут есть. А пришла я сюда снять небольшую витрину вот этих сыров. Видите, какие здоровенные головки. Плотница тут. Оливки, маслины. И какая тут отдельно. Сейчас попробую снять вам немножко сыров. Вот это вот вся большая витрина. Видите? Вот это вот все разновидности сыров. Видите? Это здоровецкая витрина, все одни сыры. Сейчас попробую поближе пойти и заснять вам. Я когда сюда пришла в магазин, я вот это вот увидела. Разновидности сыров. Это сыры все итальянские, в общем, европейские, американских здесь практически нет. Это все тоже вкусное. Вкусное. Вкусные сыры. А то, что американские сыры, они упакованы, и там продаются настойка в другом месте. Вот это все сыры. Я себе сегодня тоже купила такой. И покажу сейчас еще какой купила кусочек. И кусочек очень твердого сыра. Ну, наверное, пармезана. Вот в прошлый раз я вот такой покупала. Вот. Ой, вообще тает во рту. Вообще вкусный-вкусный. Видите, и с травами, и со всем, что хочется. А я себе купила тоже два кусочка. Вот такого. И вот твердого-твердого. Попробую еще такого. Кангры. Ну вот, короче, такого. Наверное, куплю еще сейчас третьего, который в прошлый раз покупала. Ой, ну такой был вкусный сырок. Вот такой. Да. Белантино. Угу. Ну, возьму маленький. Но все равно $7. Ну, очень вкусный. Ну и все. Немножко вам покажу этих американцев. Вот, смотрите, муж с женой. Здоровецкие. Ну, есть обычные люди. Ну, а сыры, насладитесь этим сырами. Пармезано Реджиано. Вау, вау, вау. Какая красота. Это я в магазине Фред Майер. Ну, все, люблю, целую вас.